World Development and Investment Group является международной многопрофильной компанией, главный офис которой находится в самом сердце Европы, городе Прага. Инвестиционные проекты. Предложение инвестиционных проектов в Чехии. Для тех, кто хочет начать свой бизнес в Чехии, мы предлагаем девелоперский проект на строительство гостиничного комплекса, расположенного в 15 километрах от центра Праги на территории знаменитого гольф-клуба «Альбатрос», недалеко от замка Карлштайн, рядом с автобаном на Мюнхен. Строительство с нуля позволит новому владельцу держать руку на пульсе своего бизнеса с момента заложения первого камня в фундамент проекта. В цену предложения включена стоимость земельного участка со всеми подведенными инженерными коммуникациями, проектно-сметная документация, маркетинговый анализ, финансовые расчеты экономической целесообразности реализации проекта. Также в стоимость входят строительные материалы для всего комплекса, ограждение участка, строительный вагончик и контейнер-склад. Инвестиционный проект гостиничного комплекса включает в себя строительство отелей двух категорий. Одного отеля 4 звезды общей площадью 1165 квадратных метров вместимостью 12 номеров, на первом этаже которого расположена рецепция, ресторан на 84 посадочных места, бар с караоке, а в подвальном помещении размещена собственная прачечная, мощность которой рассчитана и на предоставление услуг жителям района. И второго отеля 5 звезд, общей площадью 3780 квадратных метров с 20 номерами. На первом этаже роскошного отеля будет расположен бар и ресторан на 126 посадочных мест. В подземном этаже планируется разместить боулинг с 6 светящимися дорожками Брансвик, бар, игровые автоматы, бильярд, wellness и спа, несколько видов саун. Сердцем многофункционального гостиничного комплекса является поющий фонтан, на который открывается вид с верхних этажей отеля. Те, кто хоть один раз приезжал отдыхать в Сочи, невольно влюбляются в этот город с первого взгляда. Восхитительная южная природа, приветливые жители, а главное – поистине целебный морской воздух и вода. Вот основные блага, ради которых многие согласились бы жить в Сочи круглый год. Мы предоставляем вам такую возможность. Новый четырехэтажный многокомнатный дом находится в тихом зеленом районе Сочи, недалеко от моря и основных достопримечательностей города. Дом построен по индивидуальному проекту и соответствует самым высоким стандартам качества жилья – сейсмичности, безопасности и комфорта. На первом этаже располагаются два отдельных гаража – прихожая, прачечная, кладовка, собственная котельная, техническое помещение для бассейна и электрощитовая. На втором этаже, который является сердцем всего дома, расположены большая гостиная с камином, терраса, с которой открывается панорама на весь город и море. Кухня с барной зоной оснащена встроенной техникой. Из гостиной выход к сауне и в бассейн с пляжной зоной. Бассейн оснащен водяным водопадом, гейзером, массажными форсунками и противотоком, позволяющим тренироваться плавать на большие дистанции. Помещение бассейна оснащено специализированной акустикой, видеопроектором и экраном. Финская сауна, оснащенная дровяной каменкой с удобными широкими полками, позволяет париться даже большой компании. На третьем этаже находится супружеская спальня с собственной гардеробной комнатой, балкон и совмещенный санузел. Рядом расположена детская комната с собственным санузлом. На этом этаже имеется выход на большую террасу, которая является основной зоной отдыха и вечеринок на открытом воздухе. Здесь имеется так называемая русская печь «тройка», включающая в себя мангал, печь для варки, а также отделение для горячего копчения. На террасе выполнено декоративное озеленение с фонтанами, соснами и пальмами, которые имеют подсветку в вечернее время. На четвертом этаже располагаются в основном помещения для гостей. Это две комнаты, холл, библиотека и рабочий кабинет. Весь дом оборудован системой видеонаблюдения, сигнализации, которая выведена на пульт вневедомственной охраны МВД.